Ты знаешь, подруга, мужчина непросто. И можешь кидать меня кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод был, богат и всех веселей. Мужчина, он должен, а дальше по списку. За вас написали уже в соцсетях. Букеты из роз с романтичной запиской. Айфон, кстати, новый вышел на днях. От них 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи, своим ли нажил все это трудом. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, что вам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчина прощает так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин, по-серьезному верных, но им почему-то совсем не везло. Влюбляется в глупых, коварных, нелепых, а все потому, что таких большинство. Поэтому им не хотелось жениться, пусть дело уже идет к 30. Телами успели уже насладиться, но что там за гранью, никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным еще труднее в 100 крат. И мало лица, красоты или роста, они так, как ты, идеальных хотят. Из притчи о старом, при старом мужчине, ему 90, а он не женат. Вы что, не нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел идеал, но так долго искал. И что же она? Отказала вам просто? Увы, отказала, была занята. Она все искала мужчину высокого роста, чтоб молод, богат был, ну в общем мечта.